В Астрахани произошел провал грунта на проезжей части. В яму провалился автомобиль с тремя людьми. ЧП произошло накануне на одном из самых оживленных перекрестков города, на углу улиц Савушкина и Королева. По предварительным данным, провал образовался в результате повреждения трубы канализации, проложенной под дорогой. В яму угодил автомобиль с тремя людьми. В результате аварии никто не пострадал, машину извлекли в течение 2 часов. На место ЧП приезжал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Он заявил, что виновники компенсируют восстановление поврежденного автомобиля. Аварийный участок дороги перекрыли для движения транспорта. Специалисты оценивают ущерб и выясняют причины обвала грунта. Сроки восстановительных работ сотрудники водоканала не называют.